Ну нафиг, не включайте этот телевизор, блин. Выходите на улицу, бегайте. Какой канал? Ну, на Астане и на Евразии мир. На самом таком чумном канале Евразии, да? На 10 утра договорились встретиться и пробежаться с магистрантами Академии госслужбы, но... Телеканал делают люди! Хотят стандартное телевидение, поэтому оно и отмирает. Вот, а вот Оскар, смотрите Оскара, вот это видео, блог! День сурка продолжается, как заявил Ерлан. Он с утра вышел на связь, побежали. Когда Ирлан выходит на бег, сразу погоды справляется. Да. По идее, сегодня должен был снег выйти. Смотрите, какое небо. И развивается наш флаг. Весна, давай, быстрее приходи. Народа не видно. Солнце не хотят видеть, что ли. Сегодня, кстати, новости были такие, не очень хорошие. Политики продолжают портить людям жизнь. Американцы, французы там нанесли ракетный удар по Сирии. Неизвестно, чем ответит Россия. Честно, вот эти новости, блин, портит настроение многим. Политики эти. Поэтому, ну нафиг, не включайте этот телевизор, блин. Выходите на улицу, бегайте. Забежали в городской парк. Ерлан говорит, он в своем посте отмечал, что в городском парке колесо обозрения откроется в мае. Да. Мы сейчас ищем это колесо. Ищем, где оно будет строиться. Чуть пока еще не видно. Это будет альтернатива тому дорогому колесо обозрения. Ну, еще не факт. Согласен. Вот эти ребята сейчас будут вступать. А вот эта девушка рассылала объявление, да, по Фейсбуку. Что за группа будет вступать? Сейчас группа Монк выступает. Монк? Да, Монк. Они инструментал играют. После будут два человека, они вообще академические музыканты, один трубач, причем труба сегодня будет звучать вживую. И второй контрабасист. Ага. Вот они будут после Монк выступать группы. Тоже все вживую, очень красиво. Трубача, конечно, я послушаю, не знаю, где сижу, я достаю там, нет? Достушаю. Стоящие места только остались. Все, идем. Воскресенье. На 10 утра договорились встретиться и пробежаться с магистрантами Академии госслужбы. Но сначала написали, что опаздывают на минут на 15. Теперь я думаю, что их вообще не будет. Вот единственный честный, спортивный госслужащий Мейерман. Бедолага пыхтит, хочет все-таки организовать эту встречу с магистрантами. Но мне кажется, это будущие чиновники, которые будут ездить на служебных автомобилях. У меня правдивый канал. Говорит, что есть. Но все равно надеюсь, все-таки, может быть, решатся и пробегут со мной. Ну, на этой неделе. На этой неделе? Это уже, короче, видимо, в приказном порядке будет, да? Подошел к вагончику, где моржи-то наши все собирались, переодевались. А здесь лужа такая. Не знаю, есть там кто сейчас, нет, сейчас посмотрим. Вот такая здесь дорожка. Здесь вроде бы есть кто-то еще.
Думаю, есть кто здесь, что нет? Что за терминатор? Конечно. Когда купаться будем? Уже? Ну, мы потихоньку, мы уже перешли на загорание. Пробегай, думаю, здесь есть кто, нет? Потому что налет уже сейчас не выйдет, что же провалиться можно. И грязи сейчас. И грязи, да. Марафон. Это я. Часто? Я на самом деле случайно попала. Большинство у нас закомплексован. Вот здесь даже вот брутально встретил с бородкой, вот этот парень. Ага. Вот я за ним давно смотрю. Ходит потихонечку, где-то футболочки. Уже отличается. Ну, как так, да? Да. А потому что подбородка. А потому что он лысый. А да, что вот этих двух я к ним прям подошел и говорю, вы не близнецы? Они такие, для меня открытие. Я в Фейсбуке увидел эту страничку, ну, походу, посмотрю. Клево, ну это приятно очень, спасибо. Спасибо. Открытие, молодцы, творческих успехов. Спасибо. Молодцы. Вроде бы нашли это колесо. Ну если это оно, то оно такое маленькое. Вот оно, колесо обозрения. От ветра оно крутилось. Вот здесь вот видно, что будут цепляться кабинки здесь. С другой стороны, здесь будет вид хороший. То есть у нас сам вот этот мост. Красивый вид будет. Но детвора сейчас здесь может лазить, кстати. Охраны я не вижу. Вот здесь была прорубь. Вот здесь я зимой купался. Вот мост. А вот оно, колесо обозрения. Но оно небольшое. Даже вот в верхушке деревьев фактически на уровне, да? А здесь вот городской парк получается. Вот уже речка, где будут лебеди плавать. Здесь была еще одна прорубь. Это осталось даже. Видите, настил деревянный стоят. Это была еще одна прорубь. А основная, конечно, там. Мы там купались. Все в онлайне. Пробежка. И сразу Ирланд посты выкидывает информационные. Как я его поджал с этим бегом. Молодец, он не теряется. Везде такие. Находит он такие хорошие картинки. Молодец. Глаз наметанный, где что увидит, сразу подмечает. Нахожусь на Арбате, и уже солнце припекает творческих людей. Вот, смотрите. Мчится корабль навстречу волнам. Все, что случится, останется нам. Ляжем на весла. Кто не мечтал в этой жизни, хоть раз все давить к чертям. Привет, Кикер. Что вчера не пришла? Ты же заявила. Да. Я пошла, да, мы не планировали столики, не было нигде, что обязательное бронирование. Без столик-то. Стоять можно было? Нас четверо было. Нас было четверо, мы пришли, ну девчонки, не хочешь стоять. Я бы стоял, послушал, ответил. Ну, молодежь настроена по-серьезному, вот практически через каждого гитара. Вон гитара, вот гитара, вот гитара. Так что вечер, я думаю, до заката здесь будет игра такая. Но пока вот играет такая музыка, мы немножко ее не понимаем уже, ну, старый. Да, не наш. Я с ней работала на телеканале «Астана». Сколько лет назад? Ой, не спрашивай. Короче, много лет назад. Я просто ушла из журналистики. Ну, Игорь, да, я вообще полностью. Журналистика, все. Пошла на бег. Она бегает. Я бегаю. Я просто бегаю. Убегаю, бегаю. Догоняю. Это такая... Коллектор я. Выбиваю долги. Да шучу я, господи, Лёшка. Я, конечно, может, выгляжу плохо, но всё-таки не настолько. Я плохо выгляжу. Надо бросать, блин, и что-нибудь такое вот. Творчество. Нет, так бросать не надо. Но не бросать. Опыта набраться. Ой, ляски опыта миллион уже. А потом вольные хлеба.
ну, сами признаете, да, с телевидения люди уходят. Да, в сетях, да. YouTube да. развивается. Кто телевизор смотрит? Я не включаю, у меня на кухне есть и в зале. Я их вообще не включаю. Зачем они вообще, да? Я вообще не знаю, за что я плачу. Я обожаю читать. Но я вот почему-то не в обиду будет сказано, казахстанцы, вы почему не читаете, а? Я когда переехала в Казахстан, я из России, из культурной столицы. Не то, что не читаете, я сейчас заметил в последнее время, иногда руку берешь ручку, и рука медленно начинает двигаться. Вот это да, я тоже медленно пишу. Рука забывает, как писать. Или вообще, как курица лапа вообще. Да. Это шок вообще. И начинаешь понимать, что до того вот этот прогресс нас поглощает, что мы элементарные тактильные ощущения начинаем забывать. Где-то плюс, где-то минус. Блин, ну тоже там вдруг мяч, дети играют и так далее. Никакой культуры. Бегают, идут и плюют народ. Ирланд ругает, короче. Ну правильно же? А клики, зачем плюетесь? Ой, не знаю, откуда это у нас большинство. Это все, мне кажется, от курения. От курения, да, да? От насва еще, да. Прям идут и плюются. Но больше всего меня бесит, когда в машинах едут, дверь открывают и плюют. Это вообще, блин, капец. Ладно, уберем негатив. Пусть эти верблюды остаются верблюдами. Томас, понял, что с телевидением. Я где-то лицо тут заметил. Какой канал? Ну, на Астане и на Евразии вместе работали. Раньше вот на Евразии мы работали вместе, на первом канале Евразии. Вот, знаете, и начало было хорошее. Начало было клево. Молодежь. Вот мы а потом по столовку пошла вот эта нереальная лица. Да, видно, да, что да, начитанная. Вот, мы просто, мы рвали металли, потому что это было что-то новое. Мы хотели новый контент. Вот я говорю, я революционер по жизни. Я вечно же, давайте вот это так снимем. Давайте так. Я не ужилась. Все страждается хотят... YouTube. Почему? Потому да. что здесь живые это люди. Интересно. Тут же того же Дудя взять. Да. Да. Исключительно такие вот разговоры, которых нет сейчас на центральном телевидении. Живые. Да. Вспомните, да, вот то телевидение, которое было раньше, когда курили в кадре, там пили кофе, не знаю, там этот, как его, Фоменко сидел и ел лапшу у них в эфире, прям реально. Тоже мы по-разному относиться к телеканалу «Дождь», но мне кажется, это как раз-таки вот тот образец, как будет развиваться телевидение, потому что они вот вынужденно оказались в интернете, и они подбирают вот эти все форматы, как там можно будет. Но «Дождь», он вообще, он оригинальный же, у них вот эти заставки, картиночки, выход вот этот. Совсем все другое. Самое главное донести картиночку, чтобы была. А и самое главное искусно снять и все. Да, телек же зависит от того, есть 4К разрешение. Ну а вообще да. Вот есть 4К, да. Камера хорошая. Оператор или чу, да? Нет. Тоже на телевидении на телевидении. Это криминальный журналист. Но он сам выглядит как криминальный, его разыскивает милиция. Шучу, я шучу. Хороший мальчик. Сегодня разыскал. Вы же не виделись много лет. Эй, ладно, хорошо. Черный пиар, тоже пиар, Баур, не забывай. Ну, короче, заметно, что телевидение, самое главное, сотрудники телевидения признают это. И у них есть посыл уходить к людям в соцсети.